современный молодой человек. Это герой нашего времени. Фильм рекомендую смотреть и фанатам, и тем, кто вообще фантастику не любит. Это большое фэнтези, отечественное. Наши миры, фантазии, наш мир в прошлом, в будущем. Тем более, все это с долей юмора. Это дело надо отметить. Эй, вратарь, готовься к бою. Достаточно стакана воды для того, чтобы ожить. Воды просит. Смеяться, плакать, переживать за героя. Очень понравилась экранизация. Я не скучал ни секунды. Черновик.